Нью-Йоркская неделя моды завершилась показом Марка Джейкобса. Специально для него подиум разместили в здании бывшего оружейного завода на Парк-авеню. История места идеально гармонировала с милитаристскими мотивами новой коллекции «Весна-лето 2015». По контрасту с ярко-розовыми декорациями, наряды моделей были выполнены в приглушенных мрачных тонах. Главным цветом, безусловно, стал болотно-зеленый. Его обилие в коллекции изредка разбавлялось темно-синим, бордовым и коричневым. Сходство с военной формой подчеркивало обилие тематических декоративных элементов – погон, пряжек, строгих воротничков, больших накладных карманов и широких ремней. Лейтмотивом стали крупные пуговицы – фирменный элемент коллекции Джейкобса. Женственности добавляли лишь силуэты – песочные часы с широкими юбками и подчеркнутой линией талии, а также обнаженные плечи и весьма короткие юбки. Строгость макияжа и причесок моделей также соответствовали выбранной теме. Супермодели, в том числе Адриана Лима, Карли Клосс и Джоан Смолс, дефилировали в черных париках каре с длинной густой челкой. Критики отметили, что нынешнее шоу Джейкобса по сравнению с его предыдущими показами, известными феерическими декорациями, весьма скромное. Но, тем не менее, модные эксперты назвали его одним из самых впечатляющих на Нью-Йоркской неделе моды.